Александр Голибин знаком многим зрителям по ролям Пашки Америки из «Трактира на Пятницкой» и принца Жака из «Ослиной шкуры». Актер построил блестящую карьеру и воплотил на экранах множество образов, которые полюбились публике. Личная жизнь Голибина была не менее насыщенной, чем его профессиональный путь, однако не всегда такой же удачной. Первой супругой артиста стала режиссер Ольга Наруцкая. Влюбленные познакомились во время учебы и поженились на втором курсе. В 1978 году у пары родилась дочь Мария. К сожалению, семью сохранить не удалось. Спустя 14 лет брака супруги расстались. Развод дался Голибину нелегко. Актеру пришлось буквально уйти в никуда и жить у друзей. К тому же, бывшая жена запретила им общаться с дочкой. К счастью, со временем звезде удалось наладить отношения с наследницей. Второй женой артиста стала немецкая писательница и переводчица Рут Винникен. Возлюбленная была на 9 лет старше Голибина и воспитывала дочерей от прошлых отношений. Первое время супруги жили в Германии, а затем перебрались в Россию. Увы, этот брак тоже оказался непрочным и со временем распался. Настоящее счастье Александру Голибину удалось обрести лишь с третьей попытки, когда судьба свела его с актрисой Ириной Савицковой. Несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, супругам удалось создать крепкую семью. Сейчас у актера и его молодой жены подрастает дочь Ксения и сын Василий. Младший наследник пары появился на свет, когда актеру было уже почти 60 лет. Сейчас Александру Голибину 67 лет. Он по-прежнему активно трудится и радует поклонников не только актерскими, но и режиссерскими работами. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.